опорочить. Он хороший человек, но типа. А ну почему, смотри, он так у меня кусает, понял? Я все не хорошие. Знаю, всех бомжей, которых встречал, все добрые обычно. Нет, вчера хуже у нас, хуже рейд был. Ну нет. У нас 280 было. 278. 280. Это да. Вы трэш бьете? Да, Никита, мы можем где-то намутить второго танка? Я перезайду на ДЦ, спекнем войдов этого, в хапала, а я на ДЦ. А чё, мало не пойдет? Или тебе на ДЦ что-то надо? Ну, мне на ДЦ ничего не надо. И на хапала ничего не надо. А, ну проходки у меня нет, да. Я вам нужна в РСК буду, да? Да, ага. Вот сиди. Окей. Две РСК было уже. Две раски уже было. Ну так не обязательно на этом КД. А, ну next. Типа РС же не только на этой неделе. Да не, я думал, в первый рейд хочется половину подить. У нас там половина не бывает. Глю не приходит уже 2 КД, наверное. Нет, нет, нет. Просто если нужна буду. Ну а кому сейчас легко? Вы Геру дали? Нихуя. ЧДБМ пишет, что Мула вайпнулся на Зулджине. Ясно все, блядь. Зулджин, да, серьезно. Значит, будет Зулджина, пока мы тут стараемся в целкашке. Я тоже Зулджин хочу. Если типа грульмаги экрана закончим, можем сходить на нашего Зулджина по КД, если кому-то надо. Что-то с него. Страшная тема. Да там только Зулджина, только зов, блядь. Больше там нихуя хорошего нет. Вот я, допустим, только за шейкой ходил с грухой. Ну что? Талик с молокрас падает. А кровь. Зулджиновская, Джин Рок, блядь. Кровь, блядь. Ну, а кстати, древний смотри, кирский артефакт. Неждан бегает с этим, с маской, нахуй. Неждан. А. На X2 играл вроде ДКшка. Да-да-да, я вспомнил. У Блади бегает. Блядь, а чё он меня фернул, сука? Не, ну может это имеет смысл, я хотел эту хуйню потестить, но я забыл пароль тебе. Ну что, на типа рунник ускоряет или что-нибудь? Ну смотри, рунник у тебя автоатака. Скорость это что? Автоатака. Да ладно. Ну, в итоге с пула у тебя там триня прокает, хастпотик. Это. Триня, хастпот, Гера. Ебать там разгон в небеса. Ну мне кажется, кстати, наверное, маска будет и прикольно тогда, учитывая, что у вас рунник больше всего бьет. Ну, опять же, ты упираешься в другую проблему. РПБ. Звоню, еще занят немножко. Дома.
Мы сегодня с Колей очень поздно поехали. Так все так притихли, блядь. Это что, Хихира там разговаривает или кто? Нет. Это Мелфхант, я так понимаю, он перепутал, я ему дал мод, там личный разговор. Правильно сделал, а то все замолчали. Я искал, кто тушу обломить. Я приду. Ну так чё мутить будем? Чё мутить? Ну, я предлагаю, если ну, мы вайпаемся от непрохила, Юля минусовать ей пойду. Почему Юлю так душат? Вы хотите в 4 хила, что ли, стартануть, а не в курево? Да никто не душит, ты шо? Да за шутку, ну. Котяра, у тебя, может, эрдру есть? Эрдру? Фельки, дай еще раз. Ради справедливости. Нет, нет, говорит, я бич. Может, тогда 4-й ршам есть? Че, вы добили трэш? Да. Суманите? Ля, какая мыша. Локи, вы тут? Ну им похуй, видишь. Его шкаф. Сука, чё вы не могли в воскресенье это целка начать? Я бы затанчил на фу. Бля. Тык. А всё же. Я здесь. Да я вижу. Ну что будем делать? 4 хила? Или у тебя танк есть? А! Точно! Войд нахуй, давай, хулипаль пока. 24 пойдем поебать. Так а танк. Сможем без ДЦ. Есть танк такой. Какой? Чисто один каст пережить за два это, за все прожимки. У тебя что ли? О, ебать. Кого? 60 тысяч нахуй. Один каст, говорит. Да ты, блядь. 60к, я кровь прожал, чтобы фул хп ебану. Снимаем ну, кровь 53. Пойдет, ебать, нормально, не сдохнешь. 3 аршама. 2 хпала. Идем к успеху. Там хули, если меняться, не будете слакать, типа. Там хули, блядь. 10 секунд надо постоять под ебалом и все. Ну, блядь. 10 секунд еще пережить надо. Так не зыбка панцирь в помощь, ебать. Три не есть какие? Ебаная это. Жизненная сила владыки. У нас по-прежнему один друид? Да. Блэкич, во-первых... Не говори про меня ГДК. А во-вторых, у меня мейн нихуя не идет. Ну черви, конечно, это Лукас, нахуй. Черви имба, не ебать дамажит, ебать хил. Мне кажется, мы нашли мейн танка во второй рейд. На туре, ебать. Ну все. Куда, чё нашли? Вы, блядь, ну, вы просто посмотрите, ну, на этого гениального танка. Вот этот плащ, блядь, ну, вот это вот, просто вот гениально. Иди нахуй. Где нормальный возьмем, по-твоему? 56. Так а что, у тебя ОД нету, что ли? Алло, блядь. У меня голды нет. Самый заебись первый стат, на. Самый полезный, я считаю. Ой, бля, давай расскажи. Так а что, у тебя ОД нету, слышишь? Нет, у меня 500 ОД. Да нахуй, а куда ты его делал, блядь? 2000. Продал нахуй. Нахуя, блядь. Голда нужна? Естественно. Так, подожди, это. Кому надо фласки АПшные направо подходите. Я вам одну штуку дам. Лево я раздавала, если кому-то надо еще. А мы должны страдать. Ты УД продаешь, блядь, а мы должны страдать с 26-м. Вы должны плащом. Страдать. Я тоже, блядь, страдаю с 26-м плащом. Все страдают. Ты не страдаешь, мы страдаем. Хилы страдают. А если я не страдаю, я страдаю. Юля, короче, надо ему пиздюлей дать. Ты посмотри на его плащ. Видела. Хули тебе плащ не нравится? Так дай мне нормально. Ты сам, по-моему, спиздил с королей этих, с принцов. Не помню. Не, у меня 272-й сануба. Бля, Блэкич, как мне его одеть, если не падает шмот? Ну не падает, нахуй. Во, вот сейчас правильно написал. Юля. Ты что такая денег? Ладно.
Ласточки все взяли, все ребафнули, все готовы, все молодцы. Короче, Кирилл, по кому больше истерию кидать? Оля, блядь. Вот Оля пусть тебя хилит, блядь. Пахан, ой, дайте вот столик. Заебись. Столик помоги. Тыкните. Котяра, прием. Смотри, когда я говорю Кириллу пулять, нажми эту хуйню. Берсу свою попробуй. Вот сразу, как я сказал. Хорошо? Возьмите ли вот тут опалы? Я, ребятушки, я, кстати, ничего не бафала. У кого-то как не только хватает? Я скажу пулять, Войд я каскер. Говорю, Кирилл, пуляешь, ты жмешь берсу. Плюс-минус, давай. 7-5 раскидаю? Скажешь. Я не понял, вы угораете над котярой, что вы делаете, блядь? Нет, ты не понимаешь просто немного. Чего я не понимаю? Мы ему обузим ДПС в миллионы раз. Я раздавай по мне Индер. Ладно, блядь, ластерча. Пуляй. Котяра, откатил? Я не нашел. Я не буду отплывать, что играешь. Да ты ебанутый, я тебе две истерии закину. Почему ты не можешь нажать две берсы? Видишь, у тебя просто 10 секс с воздуха. Просто пиздец. У тебя же КПЛ откидаешься просто перед началом боя. А, там берса 10 сек, похуй, ладно. Я ну, думаю, я же вообще. Да-да-да, ладно, все. Так и быть. Мне это и было интересно условно. 5 сек притяжка. Туча, блядь, катится, чудище. Еба, я метки не расставил. Чё, блядь? Визуальная память нулевая, понял, нахуй. А в чате писали про метки. Савчики. Да без меток должны выносить, нахуй, метки. У меня пуги без меток ставят, чё вы дрочите людей, блядь? Ладно, короче, как сядет, я поставлю метки. А, ебать, душило. Он, кстати, твик зашел. Ну, он я не помню, он вроде не был в первом ли. Не был, и во втором не был. Писал что-нибудь. У малой КД его взял. Мозочка хуя. Все, метки стоят. Давно не была захопала на Симпле. Метки стоят, если что. Напоминаю, выносите метка в метку. Барбарос, Ритрум, Майклав, Чермет, Блэк. Чермет, ты знаешь, как выглядит крест? Нет. Имба метка. Тихо. Ну, типа, он не играет, но всегда метка в метку же носит. Все, блядь. Мы не носим метку в метку. А мы носим, это Никитин речи. А, ну, будем носить метку в метку.
Войд. Чего? Где Freedom по Кириллу? Ёбаный рот, блядь. Нахуй вам ретрики тогда? Боб Сон. Котя Берни. Рибафните ханта. Все выжили. Ну, соблюдем, когда меня кидали. Давайте напомню. Метка в метку, череп в череп, крест в крест, квадрат в квадрат, луна в луну, трусы в трусы. Кинула, по Кириллу Freedom есть. Молодцы. Кто-то нас покинул. Глыбы активнее бейте. Луна не почти фуловая, крест фуловый. Не бейте ману регеню. Разбили. Аки, красава. Спасибо. Меня не разбили. А в смысле, блядь? Как ты сдох? Коромысли, меня не разбили. Ты ебанутый, тебя разбили, тебя бомбой въебал. Ну не испортите. Не. Фаза. Септик. В рамп. Мелики ушли. Авизура в рамп. Ромб. Сейчас должна быть притяжка. Не разбивайте, не разбивайте. Бля, Адель. Адель, Адель! Что ты нахуй делаешь? Разбивайте глыбу. Рейнер по мне закинь. Не стало, в ромб встань. Ну пизда нахуй. Вайт, ебани диван. Да ебаный рот. Ай, диванчик. Ой, Юлька убила. Не успел на диван дать. Поебень какая-то, блядь. Ладно, давайте заново. Смотрите. На взлетке вы ставите метка в метку, череп в череп, крест в крест, квадрат в квадрат, луна в луну, трусы в трусы.
На второй фазе все метки выносите в ромб, за редким исключением. Если это исключение бот, я обязательно вам об этом скажу. Вопросы? Мир тебе. Что случилось со вторым рейдом? Раньше лучше было. Просто, наверное, какого-то класса не хватает. ДЦ? А чё, у тебя ДЦ нету, что ли, скорее всего? Сделал бы спек. Хотя бы в шипешном шуме. Так спек не изблять, нам проще будет. Ты выбираешь первого по ДПСу. Хай знает. Сомнительно. Мне не нравится. Ну, блять. Да, там что-то у остальных ДПС хуета, конечно. А, типа, давайте я тогда зайду, типа, на ДЦ, если прям, ну, правда, тяжко. Ну, в смысле, мне-то нет, вам тяжко. Да нам-то не тяжко, может, из шаманов у кого-то просто ДД есть? Сейчас я вам последний раз напишу, если нет, то минусуйте. А мула это что за челик вообще? Просто новенький, да? Этот Бобрсон, блядь, Бобрсон, ты тут? Ты же справишься покидать Freedom по Фениксу? Когда босс взлетает? Ну суй. Не пойдет? Он... Нет, он пишет, я пишу, как дела? Он мне пишет, херово. Сидит за ломанием. Ну типа, гоу, я тогда на ДЦ. Ну минусую, не знаю, как-нибудь. Буду держать вам штаны. У тебя проходки не будет, получается, да? Сиди. Да так-то все можно было сделать, просто там метка сдохла, нахуй, и на рейде настакалась залупа, бля, и мы по пизде пошли просто. Пуляй. Блять, а рыбы не было, что-то не заметил. Стоит да, сзади. Уже кушаюсь уже. Без мана камней буду. Дебберс, а чё? Ты её хуёво нажал, да, или чё? Бля, котяра, ебать ты интеллект. Мы ж решили, берсать 10 сек, ты ничего не успеешь. Эдик, если ты так будешь далеко стоять, эти стери вообще не смогу кинать. Я понял. Я не достаю все равно. Пусти под лапу быстро. Притяжка 5. Ты и так не достаю? Вынесли его бы. Вайт, куда ты бежишь? Куда ты бежишь, Вайт? Чё? Да надо падать, байеров нету. Мин полтора минуты, нахуй. Ну, махилам. Сейчас диван закину. Кит, падаем? Да. Погибни! Трепещите, смертные! Ибо ваша шалкая... А на каком диван-то? На этом был, на этом. Как его? Вы не теряли? Вот на этом. Вон, видишь, коротышка стоит.
Мелфхан, ты там как-то по телефону разговаривал, я тебе это микрофон вырубал. Ты сейчас тут нормально слышишь меня? Вон от Икса есть ДЦ. А Твикс где? Только что вышел, зашел, опять вышел. Привет тебе. Твикс лол уже состоит в группе. Золоманчик тоже пошел, походу. Да, печально. Меня с игры выкидывает. Он типа без КД в ЦЛК и не хочет ЦЛК или что? Но он пишет, что его с игры выкидывает. Посмотрим. Если бы вот Зуламанчик, как бы за Зуламанчик есть награда в виде ЕП. У кого саппорт есть? ГБ поставишь, да? Сейчас. Престовский босс, блин. Ну, поставил. Еще не все здесь. Аки, блядь. А, вижу Аритрум. Аритрум. Да, меня... Ты, бля, со своими ударениями. Да надо было брать Бентли носовую, на Дельф ДЦ беспек, на ней все нахуй было бы. Согласна. Я думал, Мула зайдет, Бентли это, если тут заходи. Кто же знал, что он в Золоманчике будет чилить? Тогда в танка, да? О, блядь, ты в танка, мой. Я вообще, блядь, в универсальности забыл, блядь. Бля, да это мне кнопки сжать надо. Не, пизды в ретрике. Ай, блядь, сдохнешь же, сдохнешь, сука, с одного дыхания. Ну, сдохну и сдохну, ты виноват будешь. Капельку не закинул. Кирилл, давай, скажи ему, блядь, что он не прав. Протопал лучше, блядь, у меня ревностный есть. Ой, иди нахуй, спекайся, короче. Танк своего. Блять, тогда ныл танчик, не хочу, хочу в ретрике. Сейчас, блять, чуть ли это горой не стоит за стороны. Бентли, ты тут? Да, тут захожу. Ну, красота. АП, конечно. АП. Блять, что не рейд, что то перевоплощение Войда, блять, по 3 спека, нахуй. Сам захотел. А ты еще на Личе в ретрике будешь. Да блядь. Я угораю наоборот, блядь, мне прикольно. За 2 босса, блядь, 3 спека, охуеть. Прикольно же, хули. Ну кому как. Пальки кидайте. О, еще один друид. Целый второй, охуеть. Это потенциальный иннер. Бля, ребят, вы заебали по очереди записать мне глаз. Кому я ИП снимаю, я минусую тем людям только, которые ловят бомбы. Это во время взлетки. Твикс ушел, мы что, минусанули? Ломан пошел все-таки, да? Да хуй знает, да похуй. Дайте мне фаску. Иди и сюда масло, ко мне налево. И масло желать. А, не, масло есть. Слушайте, а что вчера так все хуево было, что люди не хотят идти или что? Mm-hmm. Нет, вчера никого и не было, чтоб. Иди сюда, что там носишься? А ты где вообще? Я в голубом платье. А, это ты. Все, понял.
Не хватает только пристабов. Юля, ты готова? Да. Кирилл, пуляй. Подожди, подожди, ну не пуляйте, дайте похавать. Вот ну, ты поддокушаешь. Кирилл, только не говори, что ты в инхолике. Нет, ГДК, а что? Висят же кот соба, если ты про это. Да просто не чувствуется, ладно. Ретрум, Сонжа, Войтл, Конфелик, Хира. Чё? Да не, нихуя. Хуй через плечо. Да я пошутил. Бать, у меня орк страшный, но. Важный, инфовой. Ну, пиздец. Так же, думаю, написано. Правые глыбы разбейте. Правые глыбы, ну почему вы бежите, блять, на хантах хуярить босса? Катя, БР. Здесь ваше вторжение не окончится. Никто не уцелеет. Барбарос, Спейси, Эрза, Визура, Милхант. Рибаф, Лока. Правые глыбы разбейте. Плюс ноль, нахуй. Кильте хера на фул, держите на фуле. Без тебя разберутся, как хилить. Ну, у меня просто 10. Значит, сдохнешь и получишь ГП. В чем вопросы? Вопросы в этой конченной игре. Ритрум, Эрза, Милхант.
Глэмы давайте. Фаза, фаза. Санджа, мелики ушли. Блейкич. Сейчас будет притяжка. Беги, малышка, беги. Стопните и милики отойдите. Я его тупо не захилили, пизда. Ран. Чермет, ромб. Бля, айки минус ему поп. Под хильте кто-то, ебать. Алло, хилы и 5. У меня есть печенье. Санджа в рамп. Короче, бля, дай мне ГП, я хотела потестить как ковер под шилдой, короче, 10 стаков, меня тупо ваншотало. Это... Додж БР не мейкла. Хильте. Спейси. За Спейси прячемся, притяжка будет. Рибав паладина, инер. Сейчас должна быть притяжка. Мелики отошли, не разбивайте глыбу. Разбили. Септик фром встал. Войд. Чё, правильно. Авизура, ромб, 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 ромб. Мультивейв. Спейси. И опять под Спейси притяжка. Трепещите, смертные, ибо ваша шалкая магия... Четыре шамана и... ДЦ. Нормально, нормально. Захили. Лев, нас не хильте, пожалуйста. Гера. Гастелла. Феникс. Левее печеньки чуть-чуть. Ебало, похуй. Эрза в сторону. Можно хоть посмотреть, сколько на меня освобождённым скинулось? Ну да, там какой-то аддон вроде показывает. У меня просто из всех освобожденных, наверное, штуки 3 не в меня. И сколько алло. Минусано? Чё, вы бить будете, блядь? Алло. Постараюсь, интересно. Юля. Смотри, поставим мой details и скажи, это нормально то, что у меня на первом месте? А не на втором. Ты на первом? Нет, спел мой, который у меня. Да. Но божественное покровительство да. Больше, блядь, это хуйня. Что? Это вроде ненормально, нет? Блядь, на первом должен быть щит, на втором вот это вот покровительство. А у меня наоборот. Ебитесь. Нет, у тебя на первом щит, на втором божественное, все правильно. А у меня на первом не щит. Пиздёшь ты.
не получится будет. 10, 20, 15. Я опять 100 ставлю. 10. Хуй пойми, как ставить. Что ты говоришь, Red? 11 тысяч, если что, у меня мут опять, если что, я войс говорю, 11 тысяч. Он же, если что, он типа, ну это мусор на шамана, это сразу верно. Нет, ТБЛ плюс голова, можно еще посмотреть. Нет. Посмотреть и не факт, что прокнет. Ну да, это не факт. Просто интересно. Ну я бы типа не брал бы, если честно. Хотя это ладно, понятно. Не, а давай за 10к этому, похуй. Не хочу. Блять, шипы это заберет. Нихуя, последняя ставка 11 тысяч, отдельчик. Ну похуй, давай. Никто... О, 14. Ну все. Че, в ретрике точно? В ретрике точно. А я? В ДЦ точно. Понял. А ты, я тебя сейчас скину, что у меня показывает. Никит, сколько ты мне минусанул? Я не видела чат. Два там. Раза. О, под сколько? Угадай. Там ковру тоже спишешь? Ладно, за меня. Юля, мне вот так показывает. Чего? Это нихуя вот не бы мне четвертую Т4, я бы вот больше эти хера бы дал, ё-моё. Эх. На меня фулл-тайм освобожденки кастились. Кто может посмотреть, сколько их вообще там было? Рога, ДК, маг, друид. Ну да кому? Пожалуйста. Я бы взял себе. Вот Адельчик. Ну че, хочешь, хоть у меня багнулся. Первый раз в жизни. Не такая же. Ну я бы еще одну себе взял, если никому не надо. Как раз комплект. Славян. Хорош. Что хотите сказать, еще груль магик? Не бывает жестко. Я быстро перезайду. Мне инвентарь не открывается что-то. Можно? У нас люди отошли, что ли? Не знаю, я тут. Ставил я рыбу. Просто надо крестовские бафы, потому что я не хочу во время боя регенить ману, потому что она прыгает от 2000 непонятно. Избавь не. Не, ну если что-то случилось, там типа собака укусила, то ну можно и не отнимать, наверное, да? Типа форс-мажор, как говорится. Нет, ты просто взял человеку нахамил с нихуя. Никто не знал, что у него там собака, блядь, не собака. Просто нахамил Никите с нихуя. Да тоже, Никита, я думаю, что не расплачется же.
Все, блядь, не начинай. Я тактику забыл. А, точно, в центр, да, сбегаемся. Вот он, как был. Одного. Не берусь. Встаньте под босса. Я слышал, да, сильно под босс. Блэкич на ТМК. Да мной не надо извиняться. Даже сарказм. Мне тут много кто противен. Сижу, молчу. Юля противна. Чё? Бля, вы такой противный. Это был сарказм. Сарказм? Да. Блять, Блэкич нахуй, сбрось игру, ты заебал на. Зависло или нет? Начинаем. Мелики не подходите. Забери эту хуйню. Бля, спек не сменил. У меня зеленка, когда надо здесь палить, диспал. Диспал. Пошли бить меня. Кот, закинь по мне инер. Пять осквернений. Корни не разбежались. Найс, выносите? Это сова. Помой косяк. Ну, Рамбо пизда. Рамбо захильт. Да, Рамбо пизда, он улетает. Это шаман. Это лок. Это шаман. Это шаман. Корнение.
Хилитесь. Кто лок? Лока захильте. Печень. Осквернение, не насрите подваль. А где сдох Войт? Я возле лича. Тут водители тут оставили. Тут оставили. Заражение не просили. Инер по ДЦ мой. Кому Инер дать? ДЦ. Я кинул, кинул. Я тоже. Осквернение. Вынесите осквернение и потом просто бьем лича. Додж, Берни, Гастелло. Я в Вальке Котес. Тоже в Вальке Чили. Станы по Валькам дайте. Сам дам. Уже был стан. 1%. Вы дорезать? Не сейчас. Главное жертву потом прохилить. На фазе вы дорезь. Фаза, сферы добейте, сферы добейте, сферы добейте. Бервей. Под дух. Эрза за... Я у глыбы, котяра. Добейте, пожалуйста, духа. А я интересно... Гера не давали. Как встанем, Гер? Адель, поймаешь? Чем, блядь? Зубами? Блядь. Войт, поймай. Блядь. Бобр, я, поймай. Я его резко. Войт, ты что, из мертвых Гер... поставил? Угу. Ну, похуй, я снимал. Ну, в следующий раз я откиснусь с ним, с Войт. Могу следующий. Войт, поймай. Осквернение. Баблка, кстати, я блять, крылья же прожимал. Словите кто-то, Юля, ты? Юля, ты? Бобр, поймай. Схожу. Крылья тоже. Еба. Это Юлька, да? Да, у нас крылья. Аритрума захи. Я ему флешку дал. Следующий могу взять. Давай, ты следующий. Оскорнение под... Я сам ставлю, похуй. Что за кино? Ранение после каст. Так, Бобр, у тебя есть бабл? Да, я слушаю. Ну давай ты.
Гастала за. Ебать. Зна... Зубы там по ним. Нету. Он живет вообще. Он стал настоящим танком. Пять в него разрядила. И помогла. Кого там жнец въебался нахуй? Бабл жмите, не знаю, что-нибудь. Там, таунт нажмите там. Сейчас бабл дам. Сейчас. Таунтами нажимайте, там таунтите. Все, бабл даун дал забивать. Там духи. Сейчас откадешься, стоунчу еще раз. Там 1% добивайте. Ой, твой фима. Таунтите еще, таунтите еще. Все. Ебать. На коляске, на подливе, ебать. Нет. Пиздец. Да, это сильно, конечно. У нас вчера весь рейд такой был. А почему так? Просто, блядь, люди какие-то не пришли, или что случилось? Да нет. Типа, хорошие ребят тоже были, кто на твинах. Кто на бомжах. Как чувава на бомже. Да, и вчерашние танки из жобиков. Жесть. Имба танк. Ну я так скажу, типа, ну это мое мнение, конечно, но я думаю, надо в два танка просто бить, чтобы спокойнее было с этим делом. Да, блядь. Ну, смотри, как тебе поможет два танка от того, что не захилили чела на жатве? Никак, блядь. Ну вот тебе. Ну тут прохили, мне кажется. Вы не прохили, вот смотри, вы не прохилили жатву нахуй, эта хуйня выросла, блядь, у него дабл урон нахуй. Как раз под эту хуйню мне кинулся жнец, блядь. Чтоб пережить вот этот жнец под дабл уроном, блядь, это мне надо нажать все нахуй. Ключ, блядь, зеленку нахуй, кровь, блядь, я избаунд, понимаешь? Да нахуй, понятно. Он хуярит там 200к плюс нахуй. Короче, хилам больше. Минус, ебать. Да, лицо слабо. Кирилл. Личку видишь? Шо, шрем сделал? А, я не понял, ты сейчас про что? А, ну хорошо, ну 150 хорошо. Шеем, блядь, стену, когда я его сделаю? Ебать, Крис. А чё там, есть какой-то доп ЕП за принятие КД, блядь? Только два босса убил. А, Кирилл? Не знаю. Ну, тебе просто фул ЕП дают. А, да? Я не знал просто. Надо было не заходить, да? Чё, Крис никому не нужен? Ладно, так, плохо, моё. Так рок-то нету. Что там выпало? Аркус, ебать. Аркус, блять, Аркус. Надо ж патрулить. Может, вам никому не нужно, я бы как бы хз, может. Не 20. Сука, ну ладно, бля, держись. 40 нах. Не, ну если он тебе нужен, забирай, типа, как. Если прям он тебе нужен. Я не знаю, я понимаю, это мусор, но, блин. Ну хоть что-то, да? Давай. Там СПД-хи дохуя. Хоста, блядь. Ну я тоже смотрю, да. Да, забирай, мне да. Не надо. Спасибо. Посадил по ИП меня, блядь, и говорит. На 40 кусочку, да. Это 40к? Да. Ебать, жестко. Бля, надо было реально 40 снять. Войт раньше бы сказал. Так еще не поздно, блядь. 40 нету, но. 39960 теперь отнимай. Ну, уже поздно, скажем. Нет, Барбарос, отвечаю в Дискорд, в голос, чтобы не было претензий потом кому-то. Сняли по минус 5 тем, кто не пришел на РТ и ничего не написал в Диссе. Сейчас был конфликт с Холи Щитом, он исчерпан. У него была уважительная причина, ему ЕП вернули, потому что мы не знали, что его там собака покусала, еще что-то. Все остальные не отписали, получили по минус 5. Все. Типа, так будет не всегда. Вы никому не прислали. Пишите в Дискорде, так и так не могу. На телефоне, думаю, у всех есть эти мессенджеры. А, бля, у вас ники похожи, ладно. Как-то так. Потому что еще на прошлой неделе Настя тут, это я сейчас в мягкой форме, Настя на прошлой неделе орала матом в Дискорде по этому поводу.
напоминала всем, что у нас 21 век, есть гаджеты, и можно написать в Дискорде. Потому что также у них не хватало каких-то там определенных классов. Херали есть, блядь. У меня, допустим, я без смартфона живу. У меня тоже нет гаджета. Вот, красава, дай 5. Все, лучший войд. Я просто заранее пишу, ну, типа, на неделю вперед, что я на сутках, и все. Нормально? Я также, я сразу... Ебашь на месяц вперед? Можно на месяц. Да ты будешь меня в ЦЛК брать, блядь? Я же орк, 2% силы, ебать. У меня Nokia 3310, ёпта. Ты, кстати, там себе орка, что ли, нашел? Что-то я сейчас в пати с тобой не был, что за хуйня? 2% силы не надо? А я это... Раскидывал так, как будто я танк, я забыл. А, ну вот, видишь, поэтому мало ДПСа дал. Так бы дал 15. Как 15, если мне дали? 13 800. У меня 14 600 показывает.